паре Владислав Линяев и Татьяна Токмакова танцуют около года. В их общем активе 5 танцев и выступления на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде. Выйти на паркет перед жюри после карантинного перерыва было непросто. И тем не менее, выступление принесло второе место. Конечно, гордимся. Это же какое-никакое достижение. И то есть уже по этому конкурсу мы можем смотреть, какие ошибки и куда двигаться дальше. Скорее всего, не хватило физической выносливости, потому что в финале уже танцевали все танцы подряд. И когда мы танцевали вот последние танцы, по ощущениям уже не хватало физических сил, чтобы показать всю свою технику. Захар Потапов и Арина Шкретова в паре почти 3 года. Танцами оба занимаются больше 4 лет. На турнире в Нижнем Новгороде танцоры взяли диплом первой степени. Мы ездили 2 раза на конкурс, нам очень понравилось. Мы хотим еще ездить на турниры, чтобы стать настоящими танцорами. Турнир на Кубок главы города Нижнего Новгорода проводится традиционно. В соревнованиях приняло участие более 600 пар. Танцоры показывали свои лучшие танцевальные номера. По словам руководителя студии спортивных бальных танцев ДЭКа Екатерины Сысоевой, на турнире наши ребята показали хороший результат. Именно на этом турнире удалось показать хорошие результаты, поскольку после перерыва примерно в год, когда не было соревнований, естественно, была потеря формы. И первые турниры были очень волнительными, не все получилось. И вот это где-то третий турнир, на который мы выезжаем после Нового года. И вот он как раз уже получился и в техническом плане, и в эмоциональном. Ребята справились. В эти выходные ребята вновь отправятся на всероссийский турнир по танцевальному спорту в Нижний Новгород. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.